Больше шоу! О, сегодня праздник детей, здорово. Нам очень все понравилось. Такая концертная программа, выступление детей, коллективов творческих. Столько развлекательных программ для детей, конкурсы. Мы побывали везде, где только можно. Очень здорово. Ну, дети — это, конечно, счастье, но с ними связаны многие трудности, естественно. Без этого никуда не деваться. День детей. И сегодня все отмечают День детей. Ну, ребенка надо слушаться родителей, уважать взрослых, помогать им. Ну, короче, не трудно. То, что мне нарисовали на лице. Праздник сегодня здесь. Праздник первый, то есть День защиты детей сегодня. И деток всегда нужно защищать, ну, просто защищать. Это не физическая защита, это вообще защита детей, то есть здоровье, забота, то есть много защиты. То есть всегда защищать, постоянно защищать детей нужно. Счастье, только счастье. Хорошее, это только счастье, это огромное счастье, это меняет мировоззрение, это все, это супер. Дети — это самое лучшее. Сегодня происходит, как обычно, каждый год мы вспоминаем, взрослые, о том, что больше внимания уделять надо своим детям. У кого как получается, многие сейчас родители много работают. Но я на самом деле такой. Да? Это не просто майк. Иди посмотри, что там. Ну и все, ну и все.